Всем привет! Сегодня Пасха. Я проснулась, взяла телефон, и пришло множество спама, я так это называю, поздравления с этим днем в виде открыточек. Мне всегда таких людей хочется спросить: ребят, а вы верующий человек, вы в церковь ходите, вы держали пост, ну как-то какое-то отношение вы к этому празднику имеете? И, как правило, люди отвечают: нет. Я просто вот знаю, что сегодня Пасха, и готов всех поздравлять. Так вот, друзья мои, я считаю, что христианские праздники, это в них не надо играть. В эти дни, если вы неверующий человек, не ходите в церковь, лучше всего сделать какое-то доброе дело. Почему? Потому что верующие люди, действительно верующие, они сегодня создают атмосферу этого дня. Они привносят в этот день любовь, доброту, надежду. И мы тоже как-то можем это сделать. Но мы можем сделать это каким-то добрым поступком своим. Просто сказать доброе слово сегодня близкому человеку или какому-то животному. Я вчера собрала все свои старые ненужные вещи в хорошем состоянии. И вот сегодня утром я их отнесла в торговый центр. У нас рядом Будапешт есть. И там стоит бак для ненужных вещей. То есть они не нужны мне, но кому-то они будут нужными. Это я не к тому, что... Это я как пример того, что вы можете сделать в этот день. Вдруг у вас тоже дома есть ненужные вещи. Подарите их кому-то. Сделайте доброе дело. Вот и все. Подписывайся на мой канал, ставь лайк. С вами была Лара Шоу.